Конечно, для нас было большим ударом, когда Паралимпийский международный комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Наши спортсмены, 10 человек, как вы знаете, должны были принять участие в Паралимпийских играх. Но я думаю, что и Министерство спорта Российской Федерации, и Паралимпийский комитет России сейчас приложит максимум усилий для того, чтобы это решение оспорить и чтобы наши спортсмены приняли хоть участие на Паралимпиаде, тем более у нас есть уже примеры с олимпийцами. С своей стороны мы готовы будем оказать любую юридическую консультацию по поводу участия и защиты гражданских прав в арбитражных судах саратовских спортсменов. А вы встречались с нашими паралимпийскими спортсменами? Я неоднократно с ними встречаюсь, конечно, в то время, когда они находятся здесь. В последнее время у меня были приятные миссии, это вручение как раз ключей от квартиры, это и Сергею Малышеву, и Косачевой, те, которые были обещаны после Паралимпийских игр 2012 года, благодаря поддержке Валерия Васильевича Радаева, губернатора Саратовской области. Это им удалось улучшить свои жилищные условия. В настоящий момент все паралимпийцы находятся на сборах, ведут активную подготовку, продолжают тренироваться, несмотря на то решение, которое принял Международный паралимпийский комитет. Я думаю, что правда будет за нами и нас допустят в соревнования.